Всем привет, ребят, сегодня у нас опять Китайка, у нас будет битва гильдии и обзор опять новых топовых плюшек с акцией на Китае, которых, к сожалению, у нас на нашем сервере не так уж и много. Вот это вот The Pack, я получил коробку, руны, коробки с рунами, сетами рун, питомцев, ну все как обычно. Сейчас мы еще заберем акции, будем открывать плюшки потом после битвы гильдии. Так, вот так, не крыл есть еще. Вот можете посмотреть, сколько стоит. Это четвертый сет, вот пятый сет 65 грубой силы. Ну, честно говоря, немножко неоправданно. Ладно, психощит там 4 пака. Но эти сеты, они того не стоят. Повелитель бури 2 пака. Карта за 1,5. Седна за 2. Коробка всего лишь меньше пака стоит. Но это как дополнительный бонус. А вот воодушевление, грубо говоря, пак там с копейками. Некрос 3 пака. То есть вольт 2,5. Намного дешевле, чем у нас, если сравнивать именно по пакам. Так, что тут у нас? Все, вроде с этой акцией все. Забираем. Будем сегодня тестировать вот такой вот состав. Фрея, грубая сила. Огнекрыл, грубая сила. Бигфут, каменка. Некрос, бастион. Афина, грубая сила. И ворожей. Буду атаковать, как обычно, в лоб, то есть шанс слива, как обычно, у нас будет максимальный. Так, смотрим. 305, 301. Этого должны пройти, наверное, если опять... А, это, по-моему, битва, так, это когда я бегал против него и сливался. Так, 326. Это я по центру. Так, это у меня 275. Все понятно. Значит, будем бить две гильдии. Так, давайте начнем с этого. Да, это именно тот, которого я мучился, тогда не мог пройти. Сейчас посмотрим изменения, что у нас поменялось или не поменялось. Сможем ли мы его сразу затащить? Ну, как-то жестко нас разобрали. Так, у него стрелок стоит. Жестко. Давайте начнем с Бигфута, пусть он зарядится. Он будет нормально сейчас себя хилить. Афина, как видите, сразу улетает моментально, причем. Смотрите, как мои герои разбирают. Ага! Вот вам и шанс слива. На 50% обидно. Ладненько. Пораковали. Вот видите, 50% не успел. Вот и скажите, что у меня герои там слабо прокачанные, по прокачке все равно сливаются. Скорее всего, что где-то еще и титул играет. Я не знаю, почему так, но у меня, допустим, на основе героя намного сильнее бьют на той же битве гильдии. Таблетки там, ну, все равно намного все проще. Так, окей, поехали дальше. Шанс слива минимальный. Так, давайте этого. Так, что тут у нас? Тут у нас Фрея. Тут мы, по-моему, со стороны забегали. Побежали. Ну, конечно, Афина тут нафиг не нужна. Так, сейчас Фрея нас опять растащит. Ну, опять. Вот вам шанс слива. Еще 50. Сегодня будет день по 50. Но смотрите на Огнекрыла, как он до сих пор выживает. Ну, выживал. Отлично. Не буду я состав менять. Мне интересно именно посмотреть на возможности героев. И как видите, даже прокачки никакой, по сути, роли не играют. Надо все-таки на максимум вкачивать. И то, куда тут еще на максимум качать.
Ладно, там скиллы, но тут восьмерочки, таланты уже стоят, 11-е скиллы, все равно они проседают жестко. Так, поехали дальше. Шансливо минимальный делать. Так, что тут у нас? Тут у нас Фрейя по центру. Вот давайте, кстати, тут попробуем затестировать. Некрос против Огнекрыла. Правда, у меня сейчас Огнекрыл будет дамажить по всей... А, он сразу, видите, сразу Фрейя цепляет. Это очень печально. Ну, а так вроде один на один. Не тащит. Все-таки с Бастом мне на основе он как-то больше нравится. Так, ладненько. Побежали. Ворожея можно здесь выцепить. Ну, как видите, Афина опять слилась. Так, и мы цепляем. Печально, печально все. Я юнитов не нанимаю. Так, Некрос. И опять Афина цепляет. Ну что такое? Смотрите, как она цепляет героев. Да, один Бигфут остался бедный. Жесть просто. Ладно, пойдем через Некроса сюда и ближе выцепить. Вот Афина просто сливается моментально, причем. Сейчас Фрейя опять будет дамажить моих. Смотрите, как она сливает жестко. Одного, второго. Жесть, короче. Так, ладно, тут, я думаю, мы затащим. Вот я не знаю, почему такая разница. Я у себя на основе без проблем бегаю таким составом приблизительно и без проблем всех сливаю. А тут, блин, с грубой силой герои, и они просто сливаются иногда, непонятно чего. Возможно, там огненки, но я особо там... Сейчас посмотрим, проверим еще раз. Так, сейчас этого еще затащим. Так, тут у нас Фрейя, вот эта ошибка самая большая, когда Фрейя у вас стоит с краю. Вот смотрите, что с ним можно сделать. Просто выпускаете всех, она не успеет ничего сделать. А вот сейчас опять может быть шансливо минимальный. Нет, тут нормально все. Вот непонятно, не могу понять. Вот вроде Огнекрыл и на максимум урона собран, но как-то незаметно особо. Надо на основе такого же собрать и затестить все-таки. Так. Так. Что там у нас осталось? Осталась одна попытка. Попытка шанса слива. Побежали. Так, ну-ка я сейчас хочу посмотреть. Ну, тут понятно, у нее, видите, что с БВшкой, что с Бастом, Афина, вам чисто на ПВП локации, где сразу можно дамажить. Дальше она, в принципе, не особо будет. Попробуем вот так и попозже выбросить. Нифига, все равно сливается жестко, причем. Вот мы дамажим Фрейю. Она себе вдали стоит, пофиг все. Так, ладненько. Попробуем сейчас по-другому немножко. Давайте так, раз, два, три, четыре. Вот смотрите как. Хренась и все. Нифига я не могу сделать. Вот вам и топовые атакующие таланты. Давайте вот так вот сделаем. Некроса, Бигфута. Этих пока оставим. Так, Бигфут, иди сюда. Да не вариант, по-моему. Просто не вариант таким составом. Ладно, давайте найдем кого-то другого. Так. Конечно, Минотавром было бы все намного проще. Но Минотавром не особо всегда интересно потестировать героев своих. Так. 270-235. Идем. Так, Некрос, Стрелок. Не вижу Фрейя. Есть, нету, ладно, пофиг.
побежали. Так, смотрим, Анубиса цепанули. Бигфут включился. Ну, кто кого? Кто там остался всего? Тоже Бигфут остался, 46%. Ну что, и слили нас. Жестко, жестко. Так. Так, Граул там есть тоже, вижу. Ладненько, попробуем вот так вот сделать. Поражая кинем где-то тут, чтобы он не мешался всех остальных туда. Ну все, тут у нас вариантов просто нет. Только тащить, либо сливаться. Не знаю, не знаю. Минусуются герои один за одним. Это жесть какая-то просто. Вот, Огнекрыл включился наконец-то. Наконец-то он включился. Ну, я смотрю по урону, как-то урон меня вообще не радует. Это жесть просто. Да, вот так вот. Против приблизительно равносильных героев атакующие наши таланты до одного места. Смотрите, сколько слива. Ну, набил 1733, как бы у меня сила позволяет. Но все же так жестко посливаться, казалось бы, топовые таланты на урон, а они нифига не тащат. Надо будет прокачать здесь огненные защиты и потестировать их. Ладненько, побежали, подкрываем топовые плюшечки. Так, плачки. Плачков нам здесь немерено надо. Так, камешки, коробочки пока оставим. Так, руны. Вот самое, что интересно, это руны. Мне надо очень много руноживы. Смотрим. Психощит, воодушевление 3 уровня. Отлично. Поехали. Открываем. Так, 4 воодушевление. Надо оживы, конечно, не психощит. Отлично. Так, ложный. Каменка, ну, таковы себе. Ремочка, отлично вообще. Еще один психощит. Бастион и гнев. Ну, в принципе, неплохо. Сколько у нас психощита? 3 сет, еще 2 четвертых вытащили. Вообще огонь. Так, тут еще бастион. Я не знаю, правда, когда я буду эти сеты собирать. Но по сетам у меня здесь уже прилично на китайке есть. Так. Так, так, так. Ну и тут у нас 5 сетик. Было бы неплохо, чтобы была ремочка. Все-таки гнев выпал. Ну, и это хорошо. Так, ну самое основное, это у нас вот эти вот осколки. Давайте питомцев заберу. Надо будет заняться прокачкой скиллов питомцев. Тоже немало решают. Так, окей, отлично. Поехали. Тут падает у нас от 1 до 30. Ну, 30, конечно, выловить. Так, один. Еще один сейчас будет. Еще один будет. И еще один. 2. Нифига себе. Вот так вот здесь осколки падают. Не надейтесь. Мне только на основе упало 100 сразу. Это была очень большая редкость. Так, ну поехали. 20, 15, и еще десятку дадут. Еще 15, ну, где-то около 40 осколков. Так, смотрим, что у нас по осколкам получается. 81 уже у нас есть, ну, в принципе, уже неплохо. В принципе, вот так вот все. Давайте еще сейчас посмотрим, что там у нас по талантикам. Давайте коробочки пооткрываем. Так, тяжелый удар. Ну, тяжелый удар мне некому ставить. Сейчас поищем, кто там у нас не с прокачанными скиллами. Тут замедление лучше, бог войны. Так, ярость, перс.
Фараон. Так, тут уже стоит даже вкачанный, надо будет заняться прокачкой. Так, просветик. Просвет. Так, по героям у меня, по-моему... Так, хранитель Купидон. Так, тыковка. Тут пятерка, четверка, двойка у малыша Ника. Так, у кого еще там есть скины? Малыш Ник. Вот тут у нас ожог уже стоит. Гаргул. Гаргула тоже, кстати, надо будет качать. Так, малыш Ник, Гаргул. Да, скорее всего, поставим сейчас на Гаргула. Мне Гаргула надо вкачивать. Для лабиринта мне его на боссах не хватает. Так, окей. Давайте корку заменим. Стойкость пусть пока будет. Поехали, еще один открываем. О, как обычно, везет. В принципе, все. Вот такая вот битва гильдии. Пишите комменты, обязательно участвуйте в конкурсах. Ссылочки будут в описании. Подписывайтесь на канал. Будем дальше тестить наших героев на китайке. Всем пока.